бежит. Вторая минута большинства пошла. Потихонечку, так тихо и сапой добрался до правого круга вбрасывания, а затем отправил шайбу под ворота, и там партнеры разобрались. Сперва это был, ну что ж, без него куда, Роб Клинкамер, но и при его участии Авангард забрасывает и вторую шайбу, пусть на сей раз он не забрасывает сам, но он зарабатывает голевую передачу. Тейлор Бэк тоже зарабатывает голевую передачу, ну а Сергей Широков забрасывает свою очередную шайбу. Что пусть бросок у Роба Клинкамера не самый сильный, не самый точный, но его основной хлеб — это работа под воротами. И когда он остается абсолютно один на чужом пятаке, это сразу возникает опасный момент. Здесь он получает передачу от Тейлора.